американское посольство в Тегеране, бывшее американское посольство, оформлено вот такой вот стеной. Ну, начинается здесь сюжет с исламской революции 79-го года. Вот народ собрался и снесли шахский символ шаха, дворец такой изображен. Вот. Все выполнено в виде фресок на кирпичной стене. Вот за $1 американский солдат, морской пехотинец, задумался. Вот. Дальше тут вот другие сюжеты, все марки. Вот это ковбойские ботинки, сапоги за $1. Живая империя CNN изображена в виде змеи. Дальше этот фальшивый доллар с двумя башнями-близнецами, то есть сделано после 2001 года. Видно. И ногами неуважения восточного кто-то отметил. И вот символ свободы, смертельная статуя свободы. Дальше идет стена с этими черепами. Вот. Полностью стена. А потом вот само здание этого американского посольства с полным флагом отрепанным висит он там. Вот здесь вот рабочие дни, среда, четверг, с этой 9 до 12, с 13 до 16. Вот 1 000 000 реалов. Вот. Ну сейчас мы туда сходим. Спутниковая антенна там стоит, вот интересно. Вот дальше продолжается стена с черепами. Туристы из России снимают тоже эту всю стену. Вот дальше идет свободы. Идет бык этот вот, который находится в Нью-Йорке. Макдональдс с изображен с колючей проволокой, Микки Маус с пистолетами, вот, шапка дяди Сэма с бомбами и рулетка с пистолетом. А дальше идет волчья стая, превращаясь в американских морских пехотинцев, спецназовцев с М-16. Вот. И заканчивается вся эта стена опять черепами, американскими солдатами. Вот. И в конце там еще у нас есть. Пистолет с этим, с пулей падающим. Вот. Вот такой. Американский самолет. Кстати, рядом течет канализация прямо по улице. Вот. Самолет продолжает длинно, метров, наверное, 100-150. С отношением вот вертолета, это, наверное, когда они освобождали заложников, здесь обломанная рука статуи свободы, все достаточно колоритно. Вот. Разгромленный Ирак. Вот. И дальше у нас баскетболисты идут. Пули опять. Вверху, значит, герб изображен, сионистская звезда. Кровь везде, шприцы, ЛСД-наркотики. Вот, по всему миру. Ну, еще марихуана в конце. Переговоры. Ирак, Республика Исламская Ирак, United States сидят, делают переговоры. Доллар с его глазом и плавающие черепа. И дальше у нас метро идет. Уже с шахидами. Сейчас мы подойдем к этому метро. Вот возле, на каждом перекрестке есть изображены шахиды. Вот таких вот.